Здравствуйте, мы вас приветствуем на канале Тибиком «Утро с чемпионом» и я ее ведущая Гордеева Мария. Сегодня мне помогут провести разминку ювелирная компания «Шине Ювелир». Отлично. Правой ноги марш. Мы делаем вдох и выдох. И еще раз вдох и выдох. И мы переходим на следующий шаг, который называется степ-тач. С правой ноги и мы перекатываемся с пятки на носок. Ягодицы, живот у нас все подтянуто. Лопатки вместе, грудь раскрыта. И сейчас мы добавим с вами руки наверх. Вверх, вверх. Держим осанку. Хорошо. И продолжаем. У нас ноги работают в том же направлении, а руки мы добавляем в стороны. Руки у нас прямые, локти, осанка. Хорошо. И добавляем корпус, поворот вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. И мы перейдем на следующий шаг, который называется открытый. С пятки на носок. Осанку держим, колени у нас всегда чуть мягкие. И добавим руку в диагональ вправо, влево, вправо, влево. Еще раз. Отлично. И мы перейдем на поворот вправо, влево, вправо, влево. Добавим руки вверх, вниз. Еще раз вверх, вниз. И плавно уходим в наклон. Левое колено у нас согнутое. Мы растягиваем заднюю поверхность бедра. Осанка у нас прямая, ягодицы, живот все подтянуто. Отлично. И поднимаемся наверх, спина у нас круглая. Сгибаем левое колено и выпрямляем. Сгибаем, выпрямляем. У нас растягивается четырехглавая мышца бедра и ахиллово сухожилие. И еще два раза. Отлично. Хорошо. И переходим на левую ногу. Хорошо. С носка. И добавляем руки. Осанку держим, руки красивые, здорово. И переходим мы на поворот, влево, вправо. Тянемся за руками, ягодицы, живот подтянуты. Еще два раза и уходим вниз. Правое колено согнутое, у нас растягивается задняя поверхность бедра левой ноги. Отлично, спина прямая, ягодицы, живот подтянуты. Здорово, и вниз мы делаем спина круглая и наверх. Сгибаем колено, ягодицы, живот подтянуты, четырехглавая мышца бедра у нас растягивается. Хорошо, мы растягиваем ахиллово сухожилие. Еще два раза. И на этом мы завершаем разминку. Вдох и выдох. С нами сегодня были гости этой ювелирной компании «Шине Ювелир». Молодцы! И мы желаем вам отличного настроения. До свидания!